Всем привет, с вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня разберем с вами дизайн билета авиакомпании Победа Предыстория. Вчера возвращался в Сочи, вот мой билет. И значит послушал музыку, посмотрел фильм, немножечко поиграл в игру 10 на 10 и потом мой взор бросился вот на этот билет. И в момент, когда дизайнер остается один на один с любым носителем, особенно который делал не он, он начинает думать. Первое, пытается понять что же сделал дизайнер и команда, то есть пройти тот путь, который сделала другая команда разработчика, а уже потом понять, что можно улучшить, минусы и плюсы. И сегодня разберем данный билет, посмотрим, что здесь хорошего, что плохого. Не знаю я, когда этот билет был разработан, то есть то ли неделю назад, то ли год, то ли пять лет назад, но исходя из ролика вы поймете, что это очень устаревший дизайн, он слабый, он продуманный все познается, конечно, в сравнении, в объяснении. Но, тем не менее, его до сих пор используют. И я думаю, что в ближайшее время, либо когда-нибудь, компания Победа пересмотрит свой взгляд на данный билет и сделает его наконец-то для людей. Поэтому сегодня лейтмотив всего нашего ролика будет, что если вы не делаете ваш дизайн для конечного клиента, то ваш дизайн имеет ценность, которую стремится любить. Это самая ценность. Начинаем с вами смотреть. У нас есть с вами сравнения. Поехали с вами разбираться. Это будет очень интересный и веселый, я так полагаю, ролик. Вообще весь дизайн этот можно уже похоронить, сделав только одно наблюдение. Если менеджер на стойке, который вам печатает этот билет, выделяет два блока, тем самым выставляя акцент ручкой, это означает, что изначально дизайнер никоим образом не применял тот сценарий, который ожидает от него потенциальный пользователь, собственно, данного билета. И все, дальше уже можно не смотреть. Самое сложное, что есть в дизайне, это акценты и пространство. Если акценты не выставлены, пространство использовано неверно, дальше можно и продолжать. Поехали теперь с самого верха. Когда же дизайнеры наконец-то поймут, что когда вы вводите какую-то подложку синюю, вы сразу выставляете акцент здесь. Надо знать три вещи. У вас всегда в любом носителе есть три больших блока – Блок номер один — это самое важное, то есть на него мы ставим акцент. Дальше блок номер два — это менее важно, то что, конечно, требуется носители. И наконец, блок номер три — это обязательная информация, которая не может быть в первом и во втором блоке, но она нужна. Например, что-то, что по закону мы должны поставить, либо какие-то атрибутики в фирменном стиле. При условии еще раз, что это не перебивает блок один и блок два. Любой цвет, любая подложка, которую вы выставляете, автоматически выставляет неправильные акценты, потому что вместо того, чтобы человек смотрел на нужное, после того, как получил конечный носитель, вы пытаетесь фокусировать его внимание на ненужном. Сразу неопытный, не точнее, дизайнер, опытный -то сейчас это ответ сразу найдут, что а как же так, а если такой фирменный стиль? Если набор правил в фирменном стиле, который применяется в конкретном носителе, противоречит логике разработки, то есть той системы, которую мы пытаемся донести до клиента, эта система должна быть видоизмена. То есть, может быть, в конкретном носителе изменены те правила, которые введены принудительно в фирменный стиль. Например, у нас здесь синий цвет подложка. Это надо все изменить, надо просто убрать, тем самым выставив правильные акценты. Начинаем смотреть. Раз мы видим, опять же, я тут не пытался придумать какой-то сценарий по билету, вы должны просто сразу понимать, что это я сделал рисовку за 30-40 минут до ролика, здесь нет особых выравниваний, то есть главное, чтобы вы просто понимали суть, которую я хочу до вас донести. Если мы с вами в данном случае точно знаем, что после того, как человек получает билет в аэропорту, ему сразу указывают, куда ему идти и до какого времени он должен пройти на посадку, то это самое важное. В дизайне все очень просто. Если вы точно знаете сценарий, то есть хотелка потенциального клиента, то вы то, что самое важное, вы делаете в начале, делаете крупнее, делаете контраст, И Как раз используйте цвет для того, чтобы это фокусировать внимание. По поводу цвета. Цвет, особенно в навигации среды или в таких же, вот, собственно, очень сложных каких-то ну, интерфейсах, то есть в каких-то носителях, где много-много информации, цвет всегда бережется как секретное оружие. Он не расплескивается просто потому, что это элемент фирменного стиля. Еще раз, если элемент фирменного стиля усложняет систему, делает ее неправильным в глазах клиента, то эти правила нужно пересматривать в конкретном макете. Именно поэтому в большинстве носителей, где много информационных блоков, есть классическая система, у вас есть параметры, есть заголовок, то все делается в нейтралях, а цвет как раз бережется для того, чтобы поставить правильный акцент. Если мы с вами знаем, что нам нужно поставить человеку в первом сценарии выход и посадку, то делается в начале, увеличивается размер и делается как раз вот здесь акцент цветом делается подложка, можно сделать скругление, так как билет у нас тоже имеет скругление, получаем правильную систему. Дальше мы видим, что у нас в начале тоже важно имя и фамилия. И только потому, что люди могут получить два билета, три, и нужно каждому отдать свой персональный. Это значит, что действительно у нас клиент важен, мы ставим его также в первый блок, но правее. И как раз усиление первого блока идет за счет площади, за счет двухпиксельной обводки и за счет увеличения размера кейгля, то есть того значения, которое нам нужно. По поводу фамилии. Дизайнер просто должен запомнить, что всегда тестируется по самой длинной строке. Это фамилия. Больше 20 символов, то есть 22 фамилий, быть просто не может. Поэтому вы смело можете написать любую длинную фамилию или совершенно любые буквы, главное 20 символов. 20 символов тестируйте означает, что все остальные строчки будут всегда короче. Больше 20 быть не может. Самое длинное, что есть это у нас фамилия. Ну, может быть, когда, конечно, иногда отчество, но опять же, здесь у нас отчества нет, мы точно знаем, что доложен только фамилия и имя. Потом, по поводу прибытия отправления, это же насколько нужно просто не понимать суть того, что требуется человеку, и самое главное, как он билет получает. Но невозможно данный билет вот в таком виде получить, если вы не приехали в аэропорт, не подошли на стойку регистрации, не показали свой паспорт. То есть человек уже находится в аэропорту, он знает, где он находится, ему не нужно как раз увеличивать и ставить акцент на непонятные блоки, которые ему сейчас уже не важны, еще раз, в первом сценарии, в этом первом блоке, в котором у нас есть первый, второй, третий. То есть что-то важное, менее важное, что-то обязательное, что мы должны поставить. Поэтому ни в коем случае здесь нельзя было ставить акцент путем размера все вот эти вот скобочки можно смело отделять. Новая строка и новая заглавная буква являются достаточным для того, чтобы выставить акцент и показать, что в рамках одного блока есть подблоки. Первая строка, вторая, третья. Дальше у нас есть с вами три буквы, их можно сделать заглавными, чтобы получить эксклюзив по восприятию. Здесь строчный набор, здесь у нас заглавный набор. То есть прописной. Дальше. Иконка. Она здесь нафиг не сдалась лишь только потому, что иконкой мы можем получить с вами эксклюзив по восприятию потом в кресле. То есть сохранив только одну иконку на, иконку на всем макете, а значит потом привлечь внимание к тому блоку, который важен в первом значении, но при э, сценарии, как человек все это изучает, он только вот увидит это в конце. Мы сейчас до этого дойдем. В большинстве насилиях, в том числе мы с вами смотрим, в правильных носителях, где дизайнеры думают, мы посмотрели с вами в том числе разбор RGD в начале этого года, там как раз делается некая стрелочка, некая точка, то есть показать направление. Эта иконка не выполняет свои задачи. И самое главное, еще раз, она не высвобождает эксклюзив для кресла, который также по сценарию потребуется в самом конце. Потом у нас идет группировка. Обратите внимание еще раз, что у нас есть в системе у нас есть значение, есть параметр. Это классическая идея, что у нас есть с вами сначала черный, потом понижение, то есть мы не меняем с вами размер, но мы понижаем с вами в серый относительно вот этой шкалы от белого к черному, где-то отнизу с черного, где-то на 20% поднимаем вверх ползунок. Здесь, как видите, я специально показал на контрасте, что здесь у нас применен стиль не регуляра, а он применен медиум. Это как раз то, что да, вы можете, когда изначально делать регулировать, но потом повысить до да, медиума компенсирование, то есть печати низкого кегля. То есть нужно понимать, что это все как раз можно усилить, ну, потому что все это будет печататься, а не в втором виде все это просматривать. Дальше идет группировка, делается отступ между одним блоком и вторым блоком. Дальше мы должны сделать с вами Тестирования. По идее, в каждом значении мы должны поставить сами самую длинную строку, которая у нас есть в ну, архиве, в базе данных, которая потенциально здесь может быть заполнена. У меня их нет, я подставил лишь только что что вижу в билет, поэтому это 30-40 минут рисовки. То есть, да, главная задача этого ролика — показать вам правильную мысль подход к разработке. А тестирование потом еще финальное тестирование, как все это будет печататься, потому что тут вот есть э, статичные блоки, которые уже напечатаны типографии, а есть, которые пропечатываются принтером на стойке регистрации. Это тоже последний этап, он относится к тестированию, каким образом одна форма будет совмещаться с другой. Здесь мы этого не делаем, это уже последний, там самый третий этап. Потом, у нас есть вот э, система, которую мы должны посмотреть с вами на параметр в прошлом билете. У нас написано сначала на английском языке, например, date, а потом у нас написано дата. У меня очень большие сомнения, что основная аудитория, которая летает в лоукостере Победа, которая является дочерней компанией Аэрофлота, является англоговорящей. Это же насколько нужно попытаться мимикрировать под какие-то, наверное, высшие стандарты, чтобы вначале поставить не нужный язык, а в данном случае русский, а поставить английский. Для меня это вообще непонятно. Напишите в комментариях, с какого стати вначале пишется билета человека, который, компания, которая работает на территории Российской Федерации, организованной созданной Российской Федерацией. У меня нет статистики, но я убежден, что там подавляющее большинство людей, которые летают, это русскоговорящие, и вы вначале им ставите английский язык. Это вообще безумие. Дальше по поводу этой черточки. В графическом дизайне, когда вы добавляете такой элемент, вы должны понимать, что он везде будет у вас повторяться. Можно ли от него избавиться? Конечно, можно. делать просто убиранием его, вы его замещаете на пробел. И фактически вы сейчас здесь видите три пробела. Flight пробел, Slash пробел, Race. Вы просто убираете и делаете тройной пробел. Тройного пробела достаточно для того, чтобы отделить один блок от другого и показать дальше путем, путем уменьшения ну, плотности краски, в данном случае 100% процентов здесь, например, будет у нас 80%, что это второстепенно по отношению к первому, что поясняет, ну, либо расшифровывают. у нас есть, есть русский, здесь у нас есть иностранный язык. Никаких заглавных букв здесь не требуется. Можно ставить смело строчный набор, все это настраивается, когда вы разрабатываете шаблон для печати. Я в своей жизни этих шаблонов штук 10 разрабатывал под разных ценников, правда, вот под такие билеты. Так что все это закладывается на этапе разработки. Все это можно сделать в системе, она напечатает ровно то, что вы заложили на этапе вот дизайна, логики и потом уже той технической части, которая была заложена при разработке системы, которая все это, конечно же, будет печатать. Теперь по поводу вот этого блока. Здесь есть элемент, который показывает степень слабости той системы, которую дизайн решил применить. Смотрите на вот эту вот строчку. Но здесь еще есть двоеточие, и это действительно двоеточие, которые больше нигде нет, лишь только потому, что у меня вот билет рядом со мной сейчас лежит. Это действительно две точки. Первое, дизайнер здесь вставляет значение, которое больше его нигде нет. Это показывает как бы нелепость данного блока, данного значения. Можно двоеточие смело убирать. Так вот, делая все в одну строчку, мы делаем с вами сразу очень контрастную строку между параметрами и между значением. И это как раз и говорит о том, что когда дизайнер, а явно он все начинал сверху вниз, когда он дошел до этого блока, увидев это, он просто поленился откатиться на этап до этого и пересмотреть свои правила. А именно для того, что если мы с вами воспользуемся другой системой, мы просто воспользуемся двумя строчками и сделаем просто перенос, то мы получим систему, где у нас не получится такого контраста. Контраст двух строчек, когда у вас какая-то большая, какая-то может быть специально маленькая, всегда выглядит нелепо. Еще раз напоминаю, эти строчки нужно тестировать. Я не знаю потенциально возможные значения. Если бронирование, скорее всего, у нас будет строчка статичная, то посадка в самолет, ну, не знаю, там, возможно, там значение увеличится. Еще раз, это не протестированная система. Ее нужно потом будет проверять на самые длинные строки, чтобы она конечно работала. Но сам факт, что просто пересмотрев правила, а не нужно было лениться, откатиться на этап разработки, мы получаем более сбалансированную систему. И если где-то мы имеем право это изменить, например, в верхней части, выставив акцентом на главном и тоже значимом, то здесь мы можем просто пересмотреть. И с точки зрения еще раз акцентов и пространства, это будет смотреться более понятно для конечного клиента. Мы получаем с вами билет для того, чтобы получить информацию, чтобы ее максимально быстро получить. Дизайнер должен систему выстроить. Он должен поставить акценты, правильно воспользоваться акцентами и сразу показать, что в первом надо смотреть итерации сценария, то есть хотелки клиента, что во втором и что в третьем. Теперь мы переходим с вами к самому главному веселому. То есть у нас здесь показано вот кресло, здесь как раз иконка. Вот это очень правильный момент. Мы здесь можем нарисовать иконку, получив эксклюзив на всем абсолютно данном билете. Да, подложку мы здесь усиливаем. То есть мы ее не можем сделать ярко, потому что печататься будет черным. Делаем ее вот такой, да, легкой синенькой, отлично, чтобы черный пропечатался. И вот раз мы здесь уберем ненужную иконку и оставим здесь как раз некий знак, да, который мы нарисуем, то есть некую стрелочку, пояснение, направление, то здесь у нас получается эксклюзивность по восприятию. И эта иконка будет эксклюзивно дополнять, усиливать понимание того, что кресло тоже важно, когда человек уже зашел в самолет и посмотреть где. Вот мы усиливаем в самом конце сценария. Вначале это то, что нужно, когда человек только вошел в аэропорт, и потом, когда он заходит в самолет, он сразу это находит. Нет никаких вот этих вот связей, нет никаких у нас вот здесь больше отступ, здесь меньше отступ. Потом очень интересно, кем он здесь верстался. Посмотрите, раз дизайнер знал, что вот эта часть будет пропечатана, но он по идее не должен был иконку делать на одной линии выключки, то есть он должен был иконку ставить левее, а вот этот блок рассчитывать, тестировать, что будет пропечатываться здесь. Это видно совершенно, ну, последний этап тестирования, вот это, все бы не был пройден. Набор элементов, которые просто раскидали по холсту, а вот и так пойдет. Теперь, вот если вы посмотрите, ну, как здесь все пропечатано, это очень странный, правда, шаблон. Еще раз, я знаю, как все это разрабатывается. Я такие делал, тут еще раз, по ценнике. Это очень странный шаблон, с очень странным тестированием, если все так съезжает. И то ли это ну, настолько информации, девушки там как-то халтурить неправильный билет вставляет, то ли это сама система таким образом построена. Обратите внимание, какой здесь. Неправильное использование пространства. Вот пример того, где дизайнер не справился. И что потому, что он не пересмотрел свои правила, не пересмотрел группировку. У вас получается просто пустота, которая абсолютно не осмы... которая не... бессмысленна, она никак не оправдана, не... Ну, в ней никакой идеи. Это просто компромиссное решение, где дизайнер все уже понимал, что чтобы ее э, использовать, он должен пересмотреть все правила. То есть, как бы откатиться, потратить, пожертвовать и 2-3 часа разработки, или там, 40 минут и сделать все заново. Но нет, я не буду делать, мне лень. Последний момент. У нас добивается, это как раз этим логотипом а и вот только реклама. Да, я понимаю, что все хотят зарабатывать деньги, реклама здесь нужна без проблем. Но с какой стати вы делаете рекламу и усиливаете ее еще двумя черточками? Все это можно совместить как раз с правой части, чтобы данный текстовый блок относился к той информации, которую вы поместите в плане дизайна. Давайте мы с вами здесь сделаем наполнение. Предположим, возьмем какую-то картинку, сделаем ее здесь. Здесь поставим, давайте, Ctrl-V, нам нужно правильное кадрирование, мы берем с вами, мы увеличим с вами девушку, делаем с вами максимально правильное кадрирование, поставили. И вот в таком случае, давайте теперь мы с вами можем чуть -чуть порисовать, мы можем с вами посмотреть, что совмещая текст с картинкой потенциальной, возможно, рекламы, мы выставляем просто правильный визуальный какой-то порядок, что у нас данный блок больше тяготеет здесь. И финальный, как бы такой гвоздик в этот гробик, это касательно логотипа. Логотип не более поясняет, от какой команды, от какой команды, коллектива, бизнеса человек полетит. Он нафиг не сдался в верхней части вашей разработки. Это как раз относится к блоку обязательным. Да, он нужен, но он не может быть по акценту выше, чем тот сценарий, по которому человек будет пользоваться билетом. И ему нужно в первой трассе не победа, он уже на стойке находится, а куда ему идти и во сколько вылетать. Поэтому логотип ставится ниже, делается инверсия. Ну, я кружочки здесь не стал рисовать. Никакого цвета не ставится, никакого давления не должно быть. Здесь у нас да идет расшифровка, опять же, можно на русском языке посадочный талон, потом на английском, и потом как раз этот блок можно центрировать относительно того, где у нас будет пропечатано место, и получается правильный дизайн для людей. Отсюда возникает вопрос, умный ли это дизайн? Нет, конечно, это дизайн глупый. Глупый потому, что сделать не для людей. Это набор правил, которые были дизайнером команды раскиданной программы. Я понятия не имею. То есть идея ли это дизайнер, либо менеджмент настоял. То есть там, возможно, просто он сказал, я так хочу, на что дизайнер говорит, а можно сделать лучше. А ему говорят, там в конь педальный завали свое дупло. Дальше человек уже дизайнер не хочет пойти на третью отсидку, две уже отсидел за предыдущие макеты, приходится делать ровно то, что говорит ему вышестоящий смотрящий. Я не знаю, как мы дизайн скатили с вами в тему уголовщины. В общем, ближе к делу. Дизайн делается для людей, для клиентов, понимая, что они хотят получить в процессе взаимодействия с вашей системой. Это обычная информация, которая доносится в удобной форме некой системе до конечного клиента. Если правила, которые вы используете из фирменного стиля, из брендбука, они эту систему ухудшают, противоречат сценарию пользователя, у вас плохой брендбук, плохие правила, вам их нужно пересмотреть. Потому что дизайн макеты делается для людей. Это абсолютно глупый дизайн, он абсолютно не учитывает ни акценты, ни пространство, никакой, ну тут нет логики. Это просто открыли программу, раскидали набор элементов, а ты, дорогой зритель, разбирайся, как хочешь. А вот пойдет. Еще раз, это не истина в последней Это 30-40 минут с сам очевидными решениями, которые сама компания указывает ручками, показывает здесь. Очевидная логика. Если дальше поставить задачу до конца это все довести, протестировать, как будет бы печататься шаблон, это еще 2, 3, а может быть и 4 часа работы, совмещения, вариаций. Именно этим должен заниматься дизайнер и команда. То есть должны делать продуманную систему для конечных клиентов. В сравнении вы сразу видите, что здесь сделано хуже, здесь сделано лучше для клиента, для человека, для всех нас, кто потенциально мог полететь на таком самолете такой компании, либо же на другом. Ну и в конце давайте опять же с вами посмотрим, то есть уже финальный вариант, у нас как бы тут еще нужно штампик поставить, который будет, и будем подводить с вами итоги. Давайте здесь мы все это с вами удали, нам это не требуется, давайте с вами посмотрим. Каждый раз, когда вам ставится задача в дизайне, вы должны понять, что с ней прежде всего будет взаимодействовать не ваш заказчик, а конечный клиент вашего заказчика. То есть да, вам платят деньги некий человек, некий бизнес, группа людей, которые хотят заработать денег, продав товар либо услугу. Это все здорово. Но вот с этими вот носителями взаимодействует просто обычный потребитель, человек. И самый последний этап после того, как вы разработали, протестировали, вы должны взглянуть на свой дизайн глазами человека. То есть просто сымитировать тот сценарий, по которому он придет в аэропорт, пойдет на стойку, покажет паспорт, заберет билет, и ему в этот момент будет что-то нужно на первом месте, какую-то информацию получить, что-то на втором, что-то на третьем. И вот когда вы это все правильно выставите, а это делается путем опросов, путем просто дизайнер может посмотреть, как реально вот другие клиенты взаимодействуют, с некой статистики, и это все учитывается в дизайне в систему. Дизайн это прежде всего не про красоту, это про решение задач для конечных клиентов. И в данном случае, с моей точки зрения, этот билет просто старый, он устаревший, то есть, скорее всего, был разработан там год 3-4 назад. Можно за это ругать командой? Нет, конечно, нельзя, потому что, может быть, тогда просто не додумались, не применили решения Но в ближайшее время вполне возможно. Будет дальше что изменить. И вот тогда, вот и я по этой системе, делая дизайн для людей, понимая, что они хотят, что на первом, что на втором, что на третьем месте, они получат хорошее решение. Доработав всю эту идею уже до конца, со всякими тестированиями, с запечатанной подготовкой, с предпрессом, с обоснованием всего того, что в данном ролике я вам сказал. Поэтому, дорогие мои зрители, Всем вам хочу сказать следующее. Если вы дизайнер, если вы руководитель, вы менеджер, то всегда думайте о конечном клиенте. если вы о нем не думаете, с большей доверенностью вы получите просто глупый, необоснованный дизайн. Дизайн – это про обоснованность, прежде всего, а не про красоту. Если дизайн не обоснован, он всегда будет глупым и в глазах конечного клиента будет всегда выглядеть странным, потому что он будет его раздражать, он будет не решать те сценарии, которые хотелки, которые в голове держит клиент, и от этого человек будет просто не ну, удовлетворен потенциально возможным вариантом, который вы могли сделать, потому что это наша работа, нам за это платят деньги, нас они формируют команды, чтобы вот это мы все решали. Поэтому попытайтесь в следующий раз, когда полетите на каком-то самолете, возьмите билет, потому что ну, их разные, там у каждого своя логика, у каждого своя команда. Попробуйте понять, насколько вам команда, дизайнер, менеджер, продумали вот эти вот все сценарии, что вам нужно на первом месте, что на втором, и что на третьем. И если такой дизайн продуман, он сделан для вас, вот тогда это десятибальная работа. Если это набор элементов, которые просто разбросали по какому-то холсту, то этот дизайн не может считаться сильным, не может считаться обоснованным, не может считаться хорошим каким-то конкурентным по рынкам. Это просто то, что получилось, потому что была программа, потому что сделали текст, потому что поставили ветер, поставили картинку. А ты дальше человек разбирайся как хочешь, нам сусок колокольни. Именно это является плохим дизайном. Поэтому умный дизайн это хороший дизайн, непродуманный, глупый дизайн это слабый дизайн. В комментариях можете написать ваше мнение, опять же, можете написать, какими компаниями вы летаете, какие билеты вам нравятся, какие вам не нравятся. Ну и опять же, если такие ролики интересны, такие перерисовки с объяснениями, со структурами, то ставьте лайки, пишите плюсы. В комментариях будут такие ролики вам записывать, потому что, еще раз, дизайнер должен думать, дизайнер должен быть умным, он должен иметь в голове сравнивать, представлять сначала путь, по которому дизайнер прошел, а потом путь, который можно улучшить для конечного клиента. Всего вам всем хорошего, спасибо большое за просмотр, с вами был Андрей Лов, всем пока.